В поселке имени Касыма Кайсенова состоялся областной турнир по тогузку малаку в честь Арсена Аманжолова, известного тюрколога и ученого, автора книги «Тогузку малак». В соревнованиях приняли участие команды Семея и Усть-Каменогорска. Юноши и девушки в возрасте от 9 до 15 лет прибыли в районный центр, чтобы принять участие в одной из древнейших казахских национальных игр – «Тогузку малак». Настольная игра на логику и смекалку, призванная развить логическое математическое мышление и выдержку, принесла массу положительных эмоций, говорят участники турнира. Тогузку малак очень интересная игра, развивающая ум. Когда я впервые играла, у меня было очень много вопросов и путаницы. Но теперь я хорошо освоила эту игру и теперь участвую в соревнованиях и занимаю призовые места. Сегодняшний турнир по тогузку малаку проводится в дань памяти Арсена Аманжолова. Было очень интересно. Я начинал играть в тогузку малак, когда мне было 10 лет. И теперь, благодаря моему тренеру Бакытбеку Оразаманову, я уже добился многих успехов. Победителей и призеров соревнований наградили грамотами и медалями от областного управления физической культуры и спорта, а также денежными призами за счет спонсоров и специальными призами от университета имени Арсена Аманжолова. Большое спасибо организаторам. Мы думаем, что этот турнир будет проходить ежегодно и в будущем станет республиканским турниром. Все прошло на хорошем уровне. Тогузку малак становится все более популярной игрой, и интерес к ней со стороны детей растет. Это очень радует. Радует, что возрождаются национальные традиции казахского народа. В следующем году турнир по тогузку малаку планируют добавить в календарь республиканских соревнований и провести на более масштабном уровне. Арайлым Нагметтулла Кызы, Евгений Щетников, Алтай Акпарат.